Друзья, всем привет! С вами Влад, компания «Лимонавто». И сегодня мы приехали на СТО к нашему партнеру, клиенту и просто хорошему человеку Антону, который занимается восстановлением автомобилей, которые мы привозим из США. Также рекомендуем это СТО нашим клиентам, которые привозят автомобили из США. Антон, привет! Приветствую! Расскажи вкратце людям вообще в целом, чем занимаетесь, какие есть услуги у вас, что делаете вообще по машинам? Ну, занимаемся восстановлением автомобилей из США, из Европы, занимаемся кузовным ремонтом, оказываем весь спектр услуг. В арсенале имеем один подъемник, два стапеля, покрасочная камера, хороший большой коллектив. Работаем уже не первый год, стараемся делать на качество. Машина приезжает на эвакуаторе, не на ходу, мы ее полностью восстанавливаем, ставим на ход, отдаем человеку просто ключи, он уезжает счастливый от нас, с полной улыбкой. Ну что, идем внутрь, посмотрим, что там есть. Пойдем. Людей, конечно, обалдеть просто. Друзья, здесь сейчас у нас на ремонте стоит вот такой вот аккорд. Для Артема из Минска мы привозили, готовится под покраску. Здесь у нас Tesla Model Y Performance для Алексея из Москвы готовится под покраску. И вот там у нас в самом конце цеха стоит тройка BMW G20, которую мы привезли для Антона, конкретно который вот у нас на СТО здесь представитель. И на улице еще один для Дарьи Бьюик. Для него пока собирают запчасти и будет тоже готовиться под ремонт. Вот здесь у нас есть покрасочная камера, здесь у нас один стапель, есть еще второй, и вот здесь, там где стоит тройка G20, а там у нас есть подъемничек, где можно какие-то по ходовой части восстановить нюансы или еще что-то вроде того. Как-то так. Добрый день, друзья, с вами компания «Лимонавто», меня зовут Максим, и речь сегодня пойдет про эту Tesla Model Y Performance. Эту машину мы выиграли в середине ноября, и сегодня, в конце февраля, она уже полностью готовая, после ремонта, ждет, пока клиент приедет и заберет ее. Привет, Алексей. В целом, давайте пройдемся по ней более подробно. Эта Tesla имеет полный привод, и два электромотора разгоняют машину весом более 2 тонн, от 0 до 100 менее чем за 4 секунды. Внутри нас встречает кожаная обивка, минималистичный дизайн, панорамная крыша с затемнением и большой экран, который свойственен всем Tesla. Идем вручать ключик владельцу Tesla. Всем привет, меня зовут Алексей, я из города Москва. Вот купил свой первый автомобиль через ребят «Лимонавто». Нашел их совершенно случайно, то есть мне даже с ними никто там по знакомству не сводил. Как у всех нормальных людей были опасения на первых этапах, да, то есть незнакомые люди с интернета, нужно передать какие-то средства, деньги немаленькие, вот, нужно им поверить на слово, грубо говоря. Но долго за ними наблюдал, смотрел, как они работают, да, то есть как ходят машины другим людям, и решил тоже через них заказать машину. В итоге мне достался очень квалифицированный, ответственный менеджер по имени Максим. Мы с ним работали на протяжении всего времени, он был всегда на связи, всегда отвечал на все вопросы, потому что вопросов было очень много на первых этапах особенно. Все очень корректно, все очень прозрачно, это очень радовало и не создавало никакого напряжения ни на каком этапе. Соответственно, в итоге мы с ним пришли к машине Tesla Model Y, хотя изначально мыслей таких не было, но попался хороший вариант, мы его хорошо отторговали.
Единственное, это было не с первого торга, это третий наш торг был, третий аукцион, и вот мы в итоге взяли такой замечательный автомобиль по очень приемлемой и адекватной цене. Далее, соответственно, опять же, по поводу прозрачности, все аукционы пишутся в видео, всегда можно посмотреть, как бы, если интересно, Максим может отправить мой аукцион, как это выглядело, как бы, я не против. Пожалуйста, смотрите и увидите, что это все так же прозрачно и наглядно, как происходит. Далее ребята помогли на всех этапах, начиная от логистики, заканчивая принятием машины в Минске. Я планировал сначала ехать, но в итоге сказали, мы все сделаем, не трать время, мы все разрулим. Так и получилось. Приняли машину, растаможили, отвезли на сервис, там, довезти ее дома, нужен был небольшой ремонт. На всех этапах также помогали, везде всегда были на связи, все очень оперативно, достойно, качественно, как бы никаких претензий нет, наоборот, только слова благодарности. Далее вот сегодня мы приехали забирать, к сожалению, самого Максима нету, так бы тоже с радостью увиделся бы с ним вживую, сказал бы слова благодарности. Поэтому, ребят, если у кого-то еще есть сомнения по поводу приобретения авто из Америки, либо с Китая, либо с Кореи, через Лимон Авто, через ребят можно 100% работать. Это надежно, качественно, оперативно, прозрачно, нет никаких подводных камней. Вот, поэтому, если кто-то еще сомневается, пожалуйста, welcome. Я очень рад, что познакомился с ребятами. И уже пока вот приехал первый автомобиль, у нас уже на подходе второй автомобиль, который должен быть вот сегодня с дня на день в Европе. И дальше уже тоже приедет сюда, и будем дальше с ним тоже заниматься. Поэтому работайте, вот, всем советую. Давайте подытожим. С момента покупки этой машины на американском аукционе и заканчивая восстановлением передачи карточки новому владельцу прошло менее 3 месяца. Если вам нужен такой, либо любой другой автомобиль из Америки, либо Китая, пишите нам в Лемон Авто. Все контакты можете найти в описании. Всем пока!